Вообще не понятно. Да! Стойте! Игрок противостояния, Бразилия! Ёбаный рот! 6000 монет. Игрок противостояния. И это... Всем привет, подписчики, с вами Осиш. И тут, несмотря на то, что будет сверлить сосед сверху, мы с вами запишем пак опенинг. Наконец-то мы его дождались, мы накопили должное количество монет, чтобы записать для вас видос. Вы этого хотели? Погнали! Обязательно подписывайся на канал, и вот давайте приступим. Наш стартовый состав выглядит сейчас таким образом. Рейтинг 88, и мы попытаемся по максимуму добить игроков лучше левелом. Первое, кого мы захотим получить... Это у нас будет Кака, надеюсь, ну, либо Зидана. Вот кого бы я хотел. И приступим. Первое открытие первого набора. И нам падает. К сожалению, нам не выпал никто. Игрок рейтингом 80, который нам никаких плюсов не дает. К сожалению, ладно, первый набор, он ушел, но, к сожалению, нам ничего годного не дал. Это базовый набор, в котором нам может выпасть сам Мухаммед Салах, который стоит 114 миллионов, уже 117 миллионов монет. И надеюсь, он нам выпадет в состав, мы можем его, в принципе, продать, а можем его оставить в центре форварда нападения игрока Ливерпуля, который нам даст все шансы. И откроем же, откроем этот набор, нажимаем... Ах, к сожалению. Откроем еще один такой же набор. Я надеюсь, сейчас нам выпадет сам Мухаммед. Не выпадет. Третий набор. Ну почему? Падает какое-то говно. И получим игрока рейтингом 80-85. Это, конечно же, Коломбо. И вот сейчас забираем нашего Хавьера Маскеранца, что мы выполнили миссию. А представление данного игрока будет... Нет, к сожалению, его не будет, но стоит он 21 миллион. Вау! Махмат. Наборы противостояний. Потому что мы хотим Пауло Мальдини, конечно же. К сожалению, нам не упадет. Откроем второй набор. Надежду на Зидана. И... Там даже неинтересно, мне кажется, смотреть. 84, да, Павенко. Откроем еще один набор. Этот набор мы еще не открывали. Его открытие. К сожалению... Нам только ЦПшник падает. Еще один. Надежда на Мухаммеда Салаха. К сожалению, ничего. 50 тысяч монет. Просто жесть. Просто сливаем поинт. Еще третий набор. Это открываем. Опять ничего. Также в этом видео мы откроем ультранабор за 6 тысяч кристаллов. И надеюсь, нам там уже хоть кто-то выпадет. А пока открываем. Еще один базовый наборчик откроем. И нам никто. Еще один базовый наборчик. Может сейчас... Никто. Ладно. Вернемся в противостояние. Пауло Мальдини. Или Хави, или Кака. И нам... Конечно, никто. Откроем еще один набор противостояний. Надежде на того самого игрока. А, нет. Еще один набор. Может сейчас... Ах, нет. Еще один. Еще один набор с Пауло Мальдини. Надежде на 40 миллионов монет. Нам падает 300 и все, в принципе. А хоть кто-то годный падает тут, вообще не понятно. Да! Стойте! Игрок противостояния. Бразилия. ТЗшник. Ювентус. Ёбаный рот, Данила! Сколько он стоит? На миллион... Серьезно? Серьезно? У меня внутри мурашки пошли по коже. Я надеялся, он стоит хоть что-то. Но нет. 830 тысяч. Ладно. Откроем еще один набор базовый, который может нам выдать Салаха. К сожалению, нет. И еще один набор. Фигня. Откроем еще один набор за 400 фифа-поинтов, и нам падает... Никто. А, еще один набор, и нам падает... Никто. Также подписываемся на телеграм-канал, скоро мы проведем с одним ютубером кубок фиферов. Там могут принять участие, я думаю, скорее всего, все. Посмотрим, какие условия будут. Также, в принципе, ты, мой зритель, можешь принять там участие. Так что все, скоро будет телеграм-канал, обязательно подписываемся. Продолжаем открытие паков. Let's go. Еще один наборчик мы открываем. Мудрик. Мудрик нам выпал, вау. Let's go, дальше. Еще открываем один набор за... Мухаммад. Мы можем открыть еще один набор, где нам может выпасть сам Кака, и мы его открываем. Да, что? Игрок противостояний. Испанец. Цапник.
Игрок Бетиса. Ёбаный рот, Иска. Надеюсь, он стоит много. Миллион монет. Миллион монет, это хорошо. И открываем финальный, ультранабор, где может выпасть сам Хенри. И также Салах, и в принципе, еще тут кто тут? Кто тут хороший, вкусный игрок? Ну, Зидан 94, конечно, Пепе, Мюллер, Мальдини. И надеюсь, именно тут нам сейчас улыбнется удача. И мы получим того самого игрока, ради которого вы открыли этот видос. И надеюсь, этот видос выйдет, если выпадет крутой игрок. Так что погнали. 6000 монет. Игрок противостояний. Да, Нидерланды, нападающий. Боруссия. И это Малин. Как хорошо, что он нам выпал. У нас уже есть этот игрок. И, кстати, он стоил 2 миллиона монет. Ну, уже полтора, подешевел. Да, прикольно. Апенда. Привет, Апенда. Это 6,5 тысяч монет. Ой, 6,5 тысяч жетонов. Что я потратил 30 тысяч жетонов? Серьезно? А кого-то хотя бы можем еще открыть без FIFA поинтов? Давайте попробуем обновить наш состав. Также, ну, в принципе, вообще кого-то годного не добавилось. Караска у нас был, а Пенда добавился. Иска. И, в принципе, все. Основной состав у нас изменился. Теперь у нас 89 рейтинг. И мы врываемся в гонку лидеров FIFA. Так что давайте, ребята, ставьте лайки. 100 лайков, и мы выпустим вторую часть обязательно. И подписываемся на канал. Всем хорошего вечера. Обнял, поднял. До новых видео.